Всем привет! Пришла еще очередная хреновина из Китая. Нынче долго идут посылочки. Тут шла почти 40 дней. 38 дней примерно шла она с момента отгрузки. Это футболочка. Есть такое ощущение, что это хорошая футболочка. Не то, что в прошлый раз, в прошлом выпуске была. Ну, давайте посмотрим, упакуем. Так, оценена 8 баксов она. Брал ее. А я брал ее, не помню, за сколько, честно говоря. Ссылочку оставлю в описании, сами посмотрите. Ну, давайте распакуем. Ну, такого же материала, как и в прошлый раз. Я надеюсь, что она будет классная. Даже с дырочкой неплохой такой. Плотненько. Весьма плотная. Пахнет неплохо. Заказывал 3XL. Фух, надеюсь, она будет не маленькая. В прошлом выпуске брал я 4XL. Ну, хрен его знает. Ну так, в принципе, неплохо. Шито даже неплохо. Цвет такой мутноватый. На картинке он поярче, по-моему, был. Пришито, в принципе, тоже хорошо. Давайте вывернем ее, посмотрим. Ниточки не торчат. Даже стикеры есть всякие разные. Угу, она еще с карманом, что ли? Да, она с карманом. Не люблю, конечно, с карманами, чтобы не заметить, что там был карман. Ну, хрен с ним, карманный карман. Ну, фоточку я сейчас покажу вам, как я в ней буду выглядеть, если она не будет полным дерьмом. Ну, даже ровненько. Дырки для пуговиц разрезаны. Ну, вот как-то так. Ссылку оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.